Обсудили детали предстоящего референдума, и депутаты Мажилиса на встрече с работниками столичных спортивных объектов. Как отметили мажилисмены, если на севере, востоке и западе энергоснабжение находится на приемлемом уровне, то на юге, где проживает половина населения страны, ситуация с энергозависимостью весьма серьезная. В таких условиях там сложно развивать крупные промышленные производства, которые могли бы создавать рабочие места. Для юга необходимы новые источники генерации. Существуют различные варианты, но в текущей ситуации атомная электростанция, которая отнесена к чистой зеленой энергетике, представляется наиболее подходящим решением. Нам нужно свое производить, свое делать, учиться, с учетом того, что у нас есть абсолютно все, учиться не только производить атомную электроэнергию, но и производить обвесы для станций, потому что 415 сейчас станции эксплуатируются, еще примерно такой же цифр.